1 сентября в школы Чувашии пойдут более 145 тысяч учеников. Из них почти 17 тысяч – первоклассники. Главный вопрос, который сейчас стоит перед родителями – как быстро и недорого собрать ребенка в школу. В магазинах «Галамарт» с 11 по 31 августа действуют скидки на канцелярские товары. Акция проходит в торговом центре «Мегамолл» по улице Калинина, 105А, и в торговом центре «Волжский» на проспекте Максима Горького, 10. Мам, мне такие подходят. Ну давай, берем. Ручки, тетради, линейки, дневники. В магазине «Галамарт» есть все необходимое для школы, техникума и вуза. Здесь цены привлекательные. Удобно, быстро, до дома. Наталья Анисимова вместе с дочкой приехала из Цивильского района, чтобы посетить именно этот магазин. Семья готовится пойти во второй класс. То, что необходимо для школы, все есть. Ручки, клей, альбом для рисования, пластилины. Для начальной школы очень хорошо даже. Дальше пойдем, посмотрим. Тут есть пока все необходимое. Ручки шариковые и тетради можно купить за 1 рубль, линейку – за 5. Дневники на любой цвет и вкус в «Галамарте» стоят 49 рублей. Классические или оригинальные, с блесками и с шнуровкой. Рюкзак в магазине можно приобрести всего за 699 рублей. Пришла в магазин за констоварами, выбрала рюкзак. Без рюкзака в школу никак.